Перед началом ролика хочу посоветовать самый лучший сервис магазин игровой валюты The Apo MK Shop. Только здесь вы можете приобрести души, монеты, таланты, крутые аккаунты прохождения башни не только для Android и на iOS. Обратитесь от меня с промокодом APO505 и получите за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Ссылка будет в описании. Здравствуйте, любители Mortal Kombat Mobile, с вами, как всегда, PoLetsPlay, и давайте сегодня поговорим о новостях Mortal Kombat Mobile, какие испытания нас ждут, когда же нам стоит ожидать охоты за реликвиями. Как вы помните, нас пускали в приватный сервер разработчиков, и мы там увидели, как говорится, очередь испытаний. Там было после Джеки Брикс Хайтек испытание на темного властелина Котелькана, а после Котелькана у нас ожидается испытание на классическую Милину. А после Милины самое интересное у нас ожидается охота за реликвиями, ребят. Возможно, это будет после Котелькана, возможно, после Милины, но все равно факт есть факт. Факт, у нас точно ожидается охота за реликвиями. Для вас старался Apo Let's Play, не забудьте мой труд оценить лайком, подпиской на канал, репостом. Всем спасибо за просмотр, с вами был Apo Let's Play, всем до скорых встреч.